Россия прощается с аналоговым телевидением. Уже 3 июня Архангельская область перейдет на цифровое вещание. Техническую готовность региона к этому событию сегодня обсудили на специальном совещании. Большинство жителей области смогут бесплатно смотреть 20 федеральных каналов. Однако на территории региона все же останутся белые пятна. В отдаленных населенных пунктах проживает примерно 3% телезрителей, для которых телесигнал будет недоступен. Они смогут получить компенсацию за приобретение спутникового оборудования. На эти цели в региональном бюджете выделено 14 миллионов рублей. Сейчас, значит, эта компенсация, стоимость компенсации 4,5 тысячи рублей. Стоимость рассчитывалась, исходя из базового комплекта спутникового оборудования основных операторов, которые сейчас продают. Это НТВ+, Триколор и МТС. Принимать цифровой сигнал дома не сложно, особенно если телевизор новый. Нужно просто купить антенну с дециметровым диапазоном и подключить ее. Если телеприемник старый, потребуется приобрести еще и приставку. Если же телевизор у вас не новый, то нужно приобрести специальную приставочку для преобразования цифрового сигнала в аналоговый, чтобы ваш старый телевизор спокойно мог принимать вот эти цифровые программы. Аналоговые приставки в соответствующих профилированных магазинах имеются в достаточном количестве, но лучше побеспокоиться и приобрести их заранее. Все объяснят и покажут специально обученные волонтеры. Они уже ведут разъяснительную работу в регионе. Работает и горячая линия. Ее номер 422-112. Звонить можно круглосуточно.